Умиротворение — это не высшая цель в жизни. Это самая фундаментальная потребность. Если вы будете рассматривать умиротворение как высшую цель в жизни, вы лишь упокоитесь с миром. Для того, чтобы наслаждаться ужином сегодня вечером, или прогулкой в парке, или компанией окружающих вас людей, вам как минимум нужно быть умиротворенными. Не превращайте естественный аспект вашей жизни во что-то эзотерическое. Создавать химические процессы умиротворенности — ваша ответственность. Существуют методы, позволяющие создавать химические процессы умиротворенности внутри вас. Если вы готовы посвятить несколько минут в день вашему внутреннему благополучию, умиротворенность станет для вас естественным состоянием. То, что вы накапливаете, может быть вашим, но никогда не сможет быть вами. Если люди не будут обременять свой интеллект любыми отождествлениями, в том числе с телом, семьей, обществом, профессией, кастой, вероисповеданием, расой, нацией, даже отождествлением с нашим биологическим видом и миллионами других отождествлений, которые мы создаем в процессе жизни, сама жизнь естественным образом устремится к своей высшей природе. Как только вы отождествляете себя с тем, чем вы не являетесь, ум становится подобным скоростному поезду, который вы не можете остановить. Вы хотите затормозить, но так это не работает. Сначала нужно снять ногу с педали газа. Напоминайте себе на протяжении хотя бы 5 минут каждый день, что все, что вы несете с собой, ваша сумка, деньги, удостоверение личности, отношения, тяжесть в сердце, даже ваше тело, все это вы накопили за определенный отрезок времени. По мере того, как процесс разотождествления внутри вас будет расти, компенсируясь глубоким чувством вовлечения во все, что вы делаете, вы будете двигаться от безумия к медитативности. Нади-шудди буквально означает «очищение нади». Когда мы говорим «нади», мы не имеем в виду 72 тысячи нади, потому что эти 72 тысячи нади — только ответвление двух основных нади — пингалы и иды.